Почти 8 тысяч кибератак зафиксировали с начала года, несмотря на то, что за аналогичный период прошлого года этот показатель превышал 10 тысяч. Эксперты отмечают увеличение числа нападений именно в период карантина. Связано это с тем, что большее число людей перешло на дистанционную работу. А в основном эксперты встревожены тем, что киберпреступники могут дистанционно отключить информационные системы разных организаций, в том числе больниц, а также нарушить процессы их деятельности. Значительно увеличилось число DDoS-атак на 69% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В результате подобных атак нарушается или полностью блокируется обслуживание пользователей, жертвами нападений становятся коммерческие информационные сайты. Не менее активно совершаются и нападения с целью похищения банковской информации. Дополнительный фактор, который стимулирует, можно сказать, да, все это происходящее, это, опять же, в условиях пандемии и карантина, это время реагирования и порядок реагирования на эти инциденты. Понятно, что на сегодняшний день сотрудников полиции, правоохранительных органов уже не до этих мелких правонарушений, и можно считать, что служба безопасности работает на удаленке, да, там, компании, да, для них это уже такие нетипичные условия, достаточно сложно реагировать на них. Правоохранительные органы в таких же условиях находятся, и в целом все механизмы, они работают гораздо медленнее.